Всем привет! У нас так холодно, 0 градусов, ну, такой морозец. Мы приехали молоко набирать. Это такое танкштеле, мильх танкштеле. Ну, заправка, молочная заправка. Здесь еще мороженое продают. Я как-то уже показывала. Одна вот такая стоит 3,50 уэра. В одном стаканчике 2,5 шарика. Так. Такая вот. Там сегодня холодно и никого нету. Ну и сейчас уже поздно вечером. Тут всякие козочки, кроме кур. Ну, вот сама Саша набирает. О, это убрали, да, Саша? Убрали здесь. Мясо было. Саша набирает молочко. Оно не кипяченое, вот как с коровки идет. Вот такое свежее молоко. Сколько стоит? 1 литр уэра. Уэра 30, а стоило уэра 20. Уэра 20. Ну, все подорожало, и молочко подорожало. Тут вот пустые бутылки, сыр. Это с молока что сделали. Чипсы картофельные. О, а это какие? А это вот гусиные яйца. Вот даже здесь не было. А тут корм для... Тут еще эти кролики. Вот для них корм стоит. Сколько стоит? 60 цент такой мешочек. Так, Сашечка набирает еще большую баночку. Здесь картофель. Даже лапша, мед. И яйца опять. Гусиные яйца большие какие. Здесь яйца стоят дорого, а гусиные стоят 3,90, наверное, одно. Ничего себе. Надо держать. Считает. Это литра сколько считает. И денежки посыпались. Сдача. Да. До сдачи взяли. С 10 уэр, 2 уэра сдача. А тут пишут отзывы свои. Люди все довольны. Здесь стоял еще один автомат с мясом. Мясо, колбасы. Сейчас убрали. Наверное, закончилось. Так. Холодно. У меня аж руки замерзли. Вот там бараны. О, какой баранчик. Видно. Уже темно. Вон какие красивые деревья. Такие узорчатые.
красота зимой тоже бывает. Как у меня руки замерзли. Ой, ветер холодный, сейчас покажу. Ой, тоже замерзли кролики. Ветер холодный. Чувствуется какой-то минус 20, если не больше. Ой, спрятались все бедненькие, замерзли. Так. Там козочки тоже. Козочки. Ну, сейчас уже темнеет здесь. Лавочки здесь. Когда здесь тепло, тут полно народу. В основном деток здесь выгуливает, чтобы они посмотрели на вот этих всех животных. Погулять-то можно. Ой, пошла я, замерзла. Все, всем добра, до новых встреч!